Привет, друзья! Хотите научиться делать мультфильмы такие, как этот? Тогда переходите по ссылке в описании. Да, я стар. Я супер стар. Так стар, что уже и не вижу, где положил свой нож мачете. Каждый день одно и то же. Если так и дальше пойдет, то скоро надо мной в округе смеяться будут. Вместо того, чтобы бояться. Кто это там? Сдавайся, подлый предатель Мордред, и покорись Артуру, своему королю. Эй, мальчик, ты кто? Я король Артур, дяденька. Ну да, а я балерина тогда. Послушай, что это у тебя в руке? Что-то я плохо видеть стал. Это мой Эскалибур. Эска что? Эскалибур, мой меч. Меч? А можно мне его подержать? Да, только недолго. Возьмите. Ха-ха-ха! Глупец! Ты отдал мне свое оружие. И тем самым совершил величайшую ошибку своей жизни. Теперь, Артур, я разделаю тебя на кусочки. Ведь я самый известный мясник в этой округе. Джейсон Вурхис! Дяденька, так у вас ничего не получится. Это почему же? Я знаменитый маньяк. Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ невинных загубил. Потому что меч деревянный. Вот умора. Я сейчас сниму это на телефон и выложу на Ютуб. Вот смеху-то будет. Дяденька? Где же вы? Убежал? Стыдно стало.